В Ульяновской области активно развивается туристическое направление. Заместителя председателя правительства России, куратора ПФО Дмитрия Чернышенко познакомили с туристическим потенциалом региона. Вице-премьеру презентовали локальные бренды – сувениры из Симбирцита, сыры, балалайки, пряники, шахматы, минеральную воду «Волжанка» и фирменную кепку Ильича. Общий объем вложений в сферу туризма в 2022-2023 годах по предварительной оценке составит порядка 960 миллионов рублей. Потенциал области велик, и это еще не предел. Ежегодно неизменно туристический поток в Ульяновской области растет. Только в прошлом году Ульяновская область посетила 580 тысяч туристов, и это на 20% выше предыдущего года. Растет количество мест временного размещения туристов, гостиниц, санаторий, глэмпингов, кемпингов. Конечно же, мы увеличиваем транспортную доступность Ульяновска на сегодняшний день. Это и железная дорога, авиасообщение ежегодно наращивает количество маршрутов. Самыми популярными месяцами для путешествий в Ульяновскую область стали июль и декабрь. В основном приезжали из других городов России, а вот туристов из-за рубежа после ковидных времен убавилось 8 раз. В планах восстановить этот пассажиропоток. Дмитрий Чернышенко посоветовал привлекать туристов из Китая и Вьетнама. Куратору ПФО подробно рассказали о планах на модернизацию исторической части города и о том, какие маршруты уже существуют в регионе. В свою очередь Дмитрий Чернышенко предложил свои идеи, например, сафари на УАЗах. Как признался вице-премьер, он и сам владелец железного коня ульяновского производства. Вот этот тренд на рост количества посещений, как индикатор, за которым нужно следить, прирост 20%, надо постараться эту динамику держать как можно дальше. Это очень хороший подход, когда вы себе эту цель ставите, дальше вы смотрите, какими драйверами вы ее можете нагонять. Ну, допустим, предположим, что в следующие 5 лет вы губернатору обещаете, что по 20% будете перерастать. И вот эта цель, под нее вы уже, в общем-то, все проекты приносите и подгоняете. В 2023 году в Ульяновской области по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется реализовать не менее 14 инвестпроектов, направленных на развитие туринфраструктуры. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.